честь. Село Остров отметило 692 года с момента основания, и этот важный день не мог остаться незамеченным. В селе устроили большой праздник. Для детей были организованы игровые программы, аквагрим и батуты, а взрослых ожидал праздничный концерт. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского района Ирина Архангельская выступила перед жителями с приветственным словом. С юбилеем вашего села Остров! И знаете, я хочу пожелать вам всем мира, добра, спокойствия, тепла в ваших семьях, всех ваших близких, родных. С праздником вам! Всего самого доброго! Здесь не только умеют хорошо отдыхать, но и организовывать яркие праздники. Концертная программа была насыщенной. В этот день выступали местные и приглашенные артисты. Ведущим праздника стал актер мюзикла и певец Илья Викторов. Артист исполнил для всех песню о любимом острове. Наш остров – это крепкая семья. Наш остров – это жизнь и половина. Военно-патриотический клуб «Вятичи» провел показательные выступления. Клуб известен далеко за пределами села. Почти все мальчишки в округе мечтают здесь заниматься. Гордость клуба — Алексей Ефремов, многократный победитель российских соревнований. Он родился и вырос в этих краях и считает остров своей малой родиной. В этом селе знают все друг друга. У кого не спроси, все знают, где он живет, как у него дела, и вообще дружный очень коллектив. Праздник по праву можно назвать семейным. Жители с удовольствием соревновались друг с другом, вспоминали интересные моменты из жизни села. Семья Суворовых живет в острове 15 лет и считает, что это лучшее место на земле. И, конечно, они стараются не пропускать местные праздники. Все за активный отдых, за спорт, за отдых. Как и рыбалка, так же, как и... Ну что? Было пробеги разные, да, походы. Походы, природы, как бы. Зеленая полоса. Все супер. А еще это возможность увидеть старых друзей и найти новых. Село объединяет близких по духу людей. Именно поэтому здесь такая теплая и дружественная атмосфера. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.